комиссар по делам о национальностях. Джугашвили, Сталин. И тут стоит грузин. Опять мы видим полуеврея. Сталин был кавказским полуевреем. Даже его фамилия Джугашвили. Швили – это сын. А Джуга – это на нескольких кавказских языках означает еврей. Даже по-английски «джу», на кавказских языках «джуга», на армянском языке. Я спрашивал специально людей, армян и там, кавказцев. И они говорят, что по-армянски «джуга еврей», по-азербайджански «джуга еврей», и по-турецки «джуга тоже еврей».